Здравствуйте, мои уважаемые зрители. Меня зовут Маргарита. И сегодня я хочу вам рассказать стихотворение, которое я сама написала когда-то давно. И вот сейчас хочу с вами поделиться. Начинаю. Она не спит, когда другие спят. Она грустит, когда смеются рядом. Но для того, чтобы ее понять, не надо слов. Достаточно лишь взгляда. В ее глазах страдание и боль. В ее глазах страсть, нежность и любовь. В ее глазах несбыточные сны и голубые с розовым мечты. Прекрасный принц живет в ее мечтах. Кораблик быстрый в алых парусах. Венец, фата и дальняя дорога. А что сейчас? Сейчас ты одинока.